Лука-Лука на свободе. Не может быть. Он очень злой, и с ним вернулось зло в наш мир. Ты опять меня ужасно подвел, Кортекс! Это все из-за Бандикута. Сидя в заточении, я давал тебе весьма четкие инструкции, которым ты должен был следовать. Я потерял терпение. К тому же на этой планете не осталось источников энергии. Да, мы сделали несколько неудачных попыток найти что-нибудь. Да, ты действительно неудачник. Только то, что ты послал нашего человека, чтобы освободить меня, смягчает все твои проступки. Нам надо достать энергию, необходимую для того, чтобы поработить этих жалких детишек. И на этот раз великий Ука-Ука будет сам следить за тем, чтобы ты... Злой Ука-Ука освободился из своего подземного плена. Очень давно я запер его там, чтобы защитить мир от его злодеяний. А теперь он на свободе. Дети, хотя пользовать машину времени для того, чтобы собирать кристаллы, разбросанные во времени. Я привез вас сюда, чтобы вы нашли кристаллы раньше, чем они это сделают. Чтобы открыть временной проход, встаньте на кнопку, а потом прыгните в портал. Удачи!